Приветствую вас. Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что на вопрос подобного рода я уже отвечал вам. То есть вот был такой вопрос, что женщина, мужчина живут вместе, и мужчина просит свою женщину, значит, уйти, уходить к своей маме, к себе домой, когда ему приходят друзья. Типа того, что, значит, она не должна слышать, о чем они разговаривают. И я помню, что в том ответе, я все-таки подозреваю, что это вы, опять. Значит, я в ответе говорил вам о том, что это поведение, оно обесценивает вас. Что мужчина не имеет права морального вас выгонять. Когда вы у него живете, когда вы с ним как бы вместе и так далее. И все совершенно непонятно, почему вы ему это позволяете, ради чего, для чего, почему. Вы не пишете здесь, сколько времени вы встречаетесь с ним. Но, смотрите, ситуация заключается в том, что мужчина думает о себе, он не думает о вас, он думает о себе. Вас он использует только как, знаете, такое вот удобное средство для своего комфорта, для своего спокойствия, наверное. И не более того. То есть я хотел бы, чтобы вот этот момент вы для себя зафиксировали, что мужчина воспринимает вас только как средство, он не ценит вас, он не оценивает вас. Мужчина позиционирует вас как человека такого, которого он может легко выгнать, легко отправить домой, когда ему неудобно, и так далее. И в этом контексте основная проблема заключается не в нем, а в вас. Вы позволяете так себя с собой вести. И правильно вам сказал мой коллега, что если вот вы поженитесь, вы что, тоже уходить будете от него или как? Вот. То есть, нужно об этом подумать, о будущем, на самом деле. Какое у вас будущее, с такими, с такой ситуацией? Вот, как... Какое у вас будущее в отношениях с таким аспектом? Подумайте, пожалуйста, об этом. Вот. Если говорить о том, как вам быть, то я бы рекомендовал поработать над самооценкой, над значением этого мужчины для вас, потому что он имеет определенное большое значение. Ибо если вы терпите от него все это, значит, есть основания. Либо вы чего-то боитесь, либо вы не хотите его терять по какой-то причине. То есть вот у вас более яркая зависимость от него и более сильная нуждаемость в нем, чем у него к вам. И вот это вот первое различие, которое вам нужно убрать. Далее. Речь идет о неуверенности в себе, то есть вы позволяете ему
так себя вести с тобой, именно потому что вы не уверены в себе, его сразу, что подумаешь, как себя вести, что вести себя нужно по-человечески и так далее, это фразы вот напоминают о том, что равноправие ваше правило, что мужчина вас фактически дело не так сильно, к сожалению, уважает, как надо бы. И опять же, это не его проблема, как может показаться на первый взгляд, а проблема в большей степени ваша на самом деле. И вот я и хотел бы, чтобы вы для себя все-таки определили, так чего же вы хотите от этих отношений. Хотите ли вы такого мужчину? Хотите ли вы другого мужчину, другого отношения к себе? Чего вы хотите и что мешает вам это получить? Что мешает вам этого достичь? Вот подумайте, пожалуйста, над блоками. Кроме того, ваш выбор мужчины старше вас на 12 лет, это всегда про отца, то есть вам нужен был такой мужчина, который намного старше вас, и соответственно о мотивах и о критериях выбора такого мужчины я бы тоже хотел бы, чтобы вы подумали, чем обусловлено, что хотели получить, что получили, и как сделать так, чтобы вы не зависели от мужчины в своих потребностях. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.